Ребята, с вами Кирилл и Витя, и мы играем в такую эту обби про вот эту странную училку. Давайте же начнем. Так, тут есть. Ой. Сейчас училку придется нам с тобой убегать. От училки убегать? Она же здесь. Училку, смотри, вот сюда забегаем, беги. И вот так вот ее вводим. Вот так вот. И бежим. Ты что, дурак? Да. Дальше. Подожди, за мной училка гонится. Сюда. Где? За мной училка гонится. Давай, за мной! Ой, мама. Все, я убегаю заново. Ух ты. А ты знаешь хоть куда бежать? Нет, я не знаю. Жди меня там. Ох. Беги за мной. Мать, я обосрался. Тебя поймали опять? Да, я обосрался. Так, что ты говорил? Надо как-то вот так, да? Вот так во мной побежал, где мы с тобой, и прямо. И там налево. Подожди, ты где? И здесь люк. Твою мать, дурак. Все, я прошел. Подожди, я не знаю, где ты. Нет. Если по идее я прошел, значит у меня должна училка пропасть. Все, пойдем за мной. Я это уже прошел. Стой, не туда побежал. Назад. О, дверь закрылась. Ну жди меня там, короче. Так у меня-то училка пропала, потому что я это все уже прошел. Ну тут девочка какая-то. Ой, здорово. Пойдемте. Твою мать. Сейчас, сейчас, подожди, я ее окружу. Побежали. Повезло, что когда ты проходишь, девочка. Да. А здесь уже дальше с девочки помогает. Да, да. Ура! Где? Здесь, кстати, знал, что это ссылка почти что на этого, на вот этого учителя. На был. А, понимаю. Ты сдох. Ой, я упал, ты там проходи. На какого учителя? Ну, по-моему, у меня видео выходило. Где? Я вниз упал. О, здорово. Погнали. Ой, мать, не понял. Они падают. Блин, а как тогда? Я не понял, как пройти. А это не просто... Быстрее! Так, стоп. Оп. Все, стой, 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 подожди меня. Мы с этой девочкой проходим. Ой, твою мать. Это же вентилятор! Ой, вот тут уже. Блин! Я сдох. А, сейчас я возвращусь. Так, ну то есть медленно. Сюда было легко. Я с девочкой пойдем. Оф. О, сейчас здесь училочка будет. Мячик, мячик. Нет. И чё, она тут делает? И чё она делает? Какие-то игры на экране высветились. Где? На как... У меня на экране игры, и всё, я не могу ничего сделать. Ну там нажми, нажми там нет. А, всё, я заново баскетболь. А вы прошли? Я бегу в туалет. Ой, я в канаву упал. Ну так вы прошли? Ну да, жить, давай я тебя жду. А девочка меня ждет? Ну, девочка уже прыгает там. Давай, я, тебя жду, когда ты в люк прыгнешь. О, здорово. Девчонка где? О, красный шарик. Да. А, все, девчонка.
слушай, со мной пойдем. Все, погнали. Пойдем. И что ты по воздуху пошел? Это воздух ядовитый, его перепрыгивать надо. Его А как? Ну обычно берешь вот так. Вот так хоп, перепрыгивай. А, ну я сдох, понимаю. Я перепрыгнул. Ща, подожди. Сейчас я. Девочка, тебя жду. Да подожди, а как я сдох? Я упал. А, надо вот сама вот это. Подожди. Сейчас опять газ перепрыгнуть, что ли? Нет, вот он уже. Давай. Как? Хоп, хоп и хоп. У меня уже 5%. Ну поставь там на зарядку, что ли. Я не знаю, где зарядка. Ты вообще в доме, вообще что не знаешь? Я не знаю, где она. Блин, упал. Упал. Я упал. А, надо же вот это в настройках наш. У меня еще жопно все лагает. А я понял, куда я тыкнул, что у меня игры на экране высветились. Ну я думаю, может это. Может найдешь зарядку где-нибудь? Меня ждет? Я с девочкой затемился, прикинь, она меня даже ждет. И вот ты упал. Да, пока это нет. Найди, найди в дома где-нибудь зарядку. Блин, а я не знаю, где зарядочка. Мне страшно, где я был, и он пропал. Ну где-нибудь зарядку найди. Сейчас бы хотя бы найти его. В смысле? Кого? А, девочка со мной упала, серьезно? Нет, она пропаркурила. А почему девочка из-за меня упала со мной? Нет, она не упала, она пропаркурила. Блин, ну что рожа? Да пофиг, и так надеюсь. Да. Ой, вы что, совсем все долбанутые? Вы как это проходите? Ну я... Нет, я с девочкой как-то затимился. А ты-то вообще, прикинь, я девочку, типа... Как-то и жестами, и прыжками, и своей характеристикой сказал ты, что это мой друг. И она теперь и тебя, и меня ждет. Кстати, я сейчас должен... Я ее в друзья добавлю. Нет. А, она, а я уже... Она уже у меня в друзьях. Да, она тебя, значит, добавлю. Я не могу дальше пройти, почему-то не могу пролезти. Да почему я падаю? Не понял. О, все. Осторожно, утка. Чего? Утка. Какая нахрен утка? Прыгаем. Там было написано осторожно, утка. Странно, что только... Твою мать, утка! Утка! Нет, утка! Утка! Твою мать, я обосрался от этого скримера сраного. Вот это. У меня ее клюв на экране. Осторожно, утка. А у каждого своя утка? Наверное. О, я наш... Здесь мне утка под конец ее заживет. Подожди, а где выход? У меня утка под конец заживала. А где выход? Я знаю, где выход. Да блин, утка, я выпал сама. Сзади меня утка! Я девочку вижу. Выход. Опа. Вот забрался, все, погнали. Цел. О, кстати, смотри, погнали, тут вроде нычка. Тут нычка. Я в ТикТоке тут видел нычку. Да, вот, смотри, вот она в этой карте нычка. Во. Во, здесь нычка. Я вот в ТикТоке. Ты куда ушел? Смотри, тут нычка. Я внизу. Я знаю твою нычку. Где ты бейджик получишь? Это невозможно. Вот, секретный девочка бат. Я получил бейджик. Секретный бат. Как думаешь, девочка нас ждет? В смысле это невозможно? Это возможно.
Все, я прошел, я тебя жду. Ты живой? Я прошел уже. Стой. Лезь. Так как ты сдох? Вы что там меня ждете? Я жду тебя. Это мы с тобой слышим. Я жду тебя. И девочка ждет. Да девочка-то меня ждет? Да. Серьезно? О, все, прошел. Я что, реально просто так как-то нашел себе подружку? Ой, это моё нелюбимое, я с телефона играю. Mm. Я не люблю такие. Подожди, ты что-то с ней... Только что сейчас что-то не сдох. А девочка уже убежала куда-то. Тут капканы, тут вообще мне сложно. Мне кажется, всё, у нас больше не жмёт. А можно не прыгать. И всё, ты сдох. А вы куда убежали? Я говорю я девочке, не чтобы это... она не уходила. Ты где? Ты не отвлекайся, давай проходи. Она сейчас еще пойдет и хуже сделает, капкан заденет. И будет 2 часа проходить. Класс искусства. Избежать манекенов. К манекену нужно открыть. Избежать это манекенов. Подожди. Не прикасайся к манекенам, окей? Я проверил просто. Кеном? Не прикасайся к ним. Как? Ну просто. Я же к нему не прикасался. Вот так пройди, да, просто мимо их и все. И они тебя не тронут. Я не могу пройти, я тупой, я не могу дверь. Твою мать, я обосрался. Да, тебя манекен задел. А картин можно докасаться? Картин вроде да. Нет, картин можно. Вот. Я обосрался от этих скримеров. Кто вот это добавил тут? Зачем? Очень прикол. Ну пошли, иди за мной просто тупо вот так. Иди за мной. Вот. 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 Вот так прыгай. И вот тут вот так. Все. Где девочка-то? Девочка боялась. Девочка съеба. Чё? Ну чё. Так, вот тут осторожно. Бежим, бежим, бежим. Твою мать. Давай подождём на всякий случай. Откуда? Ты, так ты там лазеры видишь? Прыгай, прыгай к ними на стекло. Вот на стекло. Вот, на стекло. И тут будет училка сейчас, училка. Зубрилка. Я поймал. Я где выход? Где выход? Где выход? А что делать? Я не понимаю, что делать? Срать! Ну что делать-то, я не понимаю. Я знаю. Подожди меня там, где стекло. Подожди, я не понял, что делать. А, понял, я понял, подожди, я понял, кажется. Твою мать, не понял. Ага. Не, я понял, как избежать это. Так, мы идем. Мы идем вот так, хоп, вот так перепрыгиваем. Хоп, вот так перепрыгиваем. Все, я нашел выход. Я выход нашел. Вот, надо вот тут, вот так. Вот так хоп надо, потом так хоп надо. Ты видишь, что там? Это ж... Подожди, посмотри вот туда. Это что-то там двигается. Это босс финальный. Катабаза. Я не могу дверь открыть. Открой мне дверь. О, девочка, ой, девочка, девочка, дверь. Девочка. Киря, я не могу дверь. Ну вот так, вот так берешь, вот так. И все. Во, все. Она мне что бежала, она с ней подождала. Так, кафетерий. Она... девочка тоже с телефона играет. Она тоже а, вот это падла! А, не наступай на фиолетовую штучку, она тебя замедляет. А я уже не понял, не наступай на фиолетовую, понял? Значит... Блин, она...
понял. А, туда надо было в юг прыгать. А как? Побежали, побежали, побежали. Пока этого дебильчика нет. А, нет, он есть. Побежали, не беги за мной. Беги за мной, беги за мной. И вот в этот люк надо. Ай, упал. Сейчас я пока тут под... Так, все, погнали. Да, убежал уже. Так, плавание. А, вот сюда плыви. Сюда плыви. Вот, да. Хорошо, что под водой хоть что-нибудь видно. Я от первого лица поплыву. А я играю от другого лица. От какого лица? Я вот от тебя играю. Ты передо мной плывешь. Так, мы в бассейне. Кстати, у нас почти что... Какого же... Вот кто нам дверь будет? Не могу дверь открыть. Как ты их открываешь? Просто прохожу, они сами открываются. Так, попадай в автобус. А, ну все, мы прошли с тобой, да? Да. Подожди, тут написано, что? Попадай в авто... Твою мать. А здесь все враги. Подожди, я не понял, что тут делать? Бля, девочка прошла уже один раз. Училка, утка. Мне кажется, я еще с девочкой поиграю просто так. Училка выходит. И утка. Уточка. А вон он автобус. А что с автобусом-то делать? Повар. Надо в автобус сесть. Да. Там нужно попадать в автобус. Подожди, я не понял, а что они ломятся? А-а-а! Я уехал. А как? Да как? Я не могу сесть даже за руль. А зачем тебе садиться за руль, если он сам поедет? Вообще не уезжаю. О, все, конец, наконец приехали. Ура! Здесь можно покататься на уточке. Подожди, кто-то еще не приехал. Да, я еще еду. О! Груз какой-то ненадежный. Интересно, я могу тебя увидеть? А! Там еще девочка бегает. Ну да, я уже там еду. Мяу, 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 мяу. Нифига, я улетел. Ты просто идешь. Ты уже почти близко. Не сбивайте меня. Не... Тут еще челик на автобусе едет. Девочка, я уже приехал, я уже все вижу. Ты хочешь, я еще хочу. Так жалко, что тут меня нету. После. Вот, ты приехал уже. Ты приехал на аттракционы. Смотри, какое у меня солнышко. Ой. Ой, еще я могу. Вау. 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 А где бегут?
вон. Вон желтый и синий возьми. Так, что я могу еще тут сделать? Ой. Ой! Что со мной? Просто после обе всегда мое самое любимое это вот это. Где? Я слишком далеко прыгал. О, качельки, го. Го, покачаемся на качельках. Иди сюда. Не, я побегу. Подожди, я погнали, а туда обратно добежим. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Кирилл. Всем спасибо. Я побежал обратно к этим блочкам. Всем пока-пока. Интересно, они были. We'll be right back.